Всем привет! Сегодня мы вас порадуем большим пополнением в нашем ассортименте камней. Нам привезли кучу всякой красоты, о которой мы вам сегодня расскажем. Давайте поподробнее о каждой. У нас в новинках появился маховой агат и мезонит. Это натуральные камушки 8 мм. Посмотрите, какая необычная у них огранка. Очень красивые, великолепные цвета зеленого оттенка. Есть вот амазонит, например, очень нежного, зеленого, даже мятного, наверное, оттенка. Маховой агат приближен максимально к природному, как будто вот только-только его нам привезли из дикой природы. Далее, давайте посмотрим на замечательные оттенки хальцедона, белого и синего. Кто с нами уже давно, знает, что у нас есть еще лавандовый хальцедон. Посмотрите, какой синий глубокий оттенок, как великолепно он переливается на свету. Белый, кстати, очень похож на снег. Для зимних украшений он просто будет замечательным. Смотрите, какой черный, глубокий, интригующий цвет у нашего лабрадорита. Бусины тоже 8 мм, замечательная огранка. Для создания каких-нибудь украшений для вечера, ну, просто лучше не найти. И, конечно же, без круглой формы не обойдется. Это танзанит 6 мм. Такая необычная раскраска, он чем-то напоминает расцветку планеты Нептун. И посмотрите, какая еще новая форма появилась бусин розового кварца натурального антилина. Это звездочки. Размер бусина 6 мм. Выглядит очень нежно. Маленькие бусины прекрасно подойдут для ваших минималистичных украшений или как какой-нибудь акцент, например, в чокере или в колечке. Еще у нас появились новинки в разделе карабинов и подвесок. Если вам уже надоели круги, карабины-лобстеры или эллипсы, то у нас для вас есть замечательное решение. Это треугольники. Посмотрите, какие формы. Какой красивый треугольник. Он идеально подойдет для вашего колье. Размер треугольника 25 на 27 миллиметров. Он достаточно большой карабинчик. Если вы решите себе сделать какой-нибудь аксессуар, например, брелок или сумку из акриловых бусин, то такой карабин идеально подойдет для вас. Цвет золота немного красноватый, не лимонный, то есть он такого благородного золотого оттенка. Стоит учитывать это при выборе. Еще у нас появились новые магнитные карабинчики. В этот раз они с фианитами. Теперь ваши украшения будут блистать, сиять. Очень красивые стразы. Цвет позолоты более лимонного для сравнения с карабином-треугольником, видите? Размер 10 мм. Если вы устали расстегивать и застегивать карабин-лобстер на вашем колье или на подвеске, то магнитный карабин – это очень хорошее решение. Стоит попробовать, может быть, вам очень даже понравится. Теперь перейдем к новинкам в ассортименте подвесок. У нас их теперь очень много. В прошлом месяце у нас абсолютной популярностью пользовались подвески-палочки. Вам они очень понравились, и мы решили, что закажем такие же, только с разъемным ушком. Да, все верно, теперь подвески такие стали еще удобнее. Поэтому вы можете уже не брать бейл или соединительное колечко, а можете плоскогубцами или круглогубцами разъединить колечко, подвесить его куда вам хочется и застегнуть обратно. И, кстати, еще большой плюс, что это сталь. Она, то есть, устойчива к потемнению и коррозии. И ваши любимые мишки. Мы знаем, как вы их любите. Поэтому мы заказали специально для вас еще одних мишек. Такой вот мишка-джентльмен с бабочкой. Размер подвески 20 мм. Замечательные фианиты, просто великолепные подвески. Смотрится очень красиво. Если вы хотите на Новый год сделать подружке подарок, это очень крутой вариант. Мы вас хотим порадовать еще поступлением новых цепей. У нас пришли очень крутые цепочки, трендовые, замечательные, великолепные, просто волшебные. Начнем с самого нашего хита, тренда, который был у нас просто раскуплен буквально за пару недель. Это крупная цепь с крупными звеньями 10 на 14 миллиметров. Цвет позолоты просто бомбический, яркая позолота 24 карата. Такую идеально носить с ежедневными образами casual или с офисным стилем. Звенья у цепочки разъемные, поэтому если вы хотите сделать колье-трансформер, эта цепь подходит. Она есть у нас в позолоте и в броди. Еще у нас новое пополнение в панцирных цепочках. Маленькие достаточно звенья 7 на 5 мм, но они разъемные. Цвет золота такой же яркий, как и у крупной цепи. Очень красивый, 24 карат. Она очень красиво переливается на свету, так же, как и родий.